Мы с Катюхой дровосеки, дровосеки! Мы дрового сососеки, сососеки! Сам ты сососек, ёпрасоты! Как ты так у тебя быстро получается все? Я одно дерево 5 минут рублю! Так может потому что ты его лопатой рубишь и у 120 серии выживания до сих пор не можешь себе топор скрафтить? Ну да, у меня нет топора, потому что я не знаю, как он крафтится. А вот у тебя есть топор? Давай иди добывай, нам с тобой нужно минимум где-то 3 стака елей и потом еще где-то 2-3 стака березы. Нам, короче, офигеть, как много дерева нужно, потому что все же мы в предыдущей серии решили то, что сегодня будем строить себе новый дом. И, господи, наверное, половина подписчиков сейчас от счастья в комментариях кричит, потому что за 120 серий нас, наверное, раз 300 унизили то, что у нас с тобой бомжатский дом, ну, корабль. Хоть он мне так сильно нравится, я не знаю, почему большинство не нравится. Тебе нравится, Кать? Мне очень нравится, на самом деле, когда мы его в первой серии увидели и в какой-то второй, я сразу подумала, вот, это наша мечта. Дай мне топор уже, ёпрасоты, я так буду год тебе помогать. Так у меня нет, вот мой топор, а я чем тогда буду рубить руками? А вот это мне уже не интересно. Отлично, мы с Катюхой дровосеки, дровосеки. А мы с Катюхой кто? Дровососеки. Да не сососеки, а дрово, сососеки. Короче, ты всю мою песню перековерковала, и вот это, я уже не знаю, как там правильно. Короче, ты сосо, я сесеки, или дровосек. Давай ты будешь сосо, я кеки. Иди просто руби дерево, и все, без сосо и без кекеки. Да этим топором невозможно рубить. Как это вообще понимать? Дерево? Деревом рубить. Да он... Я так опять тоже год буду. Ну отдай свой алмаз. Да что ты мне этот деревянный сунул? Хоть я тебе не буду отдавать свой алмазный. Вот именно, он мой. А ты вот себя скрафтила деревянный. Вот сейчас с деревянным и ходи. Вот смотри, как я быстро. Тут-ру-ту-ту-ту-ту. Я 10 деревьев быстрее рублю, чем ты один вот этот блок. Конечно, я с алмазным тоже бы так смогла, ага. Придешь домой и сделаешь себе алмазный алмазочный топор. Так, ну смотри, у нас есть почти 4 стака еловых бревен, и давай где-то 2 стака березовых добудем, и тогда можно будет текать домой. Слушай, а из чего у нас дом будет? Из березовых еловых блоков. Зачем мы сейчас их добываем? Не, ну ты скажи, вот какого цвета они будут? Ну, типа, сколько будет ширину, сколько высоту, а какого цвета будет пол, а какого цвета будет потолок, а сколько будет этажей, а какого цвета будет моя комната, а какого цвета будет твоя комната, а как... А у нас будет туалет. У нас в этой жизни, кстати, не было туалета ни разу. Как вообще можно жить без санузла? Ты в Майнкрафте ходишь в туалет? Не ходишь. Вот в Майнкрафте туалет не нужно делать. Короче, Кать, все будет березовое и все будет еловое. Тебе потом в будущем сделаем какую-то такую фиолетовенько-розовую комнату. Мне сделаем какую-то красно-синенькую комнату. У нас будет 2 этажа, но я тебе ни за что в жизни не скажу, какой у нас будет дом. У нас дом будет, наверное, самый необычный, который я когда-либо в этой жизни строил. У нас даже крыши с тобой, Кать, не будет. Короче, все сама потом увидишь. На ушко скажи, что за дом-то будет, чтобы подписчикам тогда не говорить. Что это я тоже должна знать. Хорошо, подойди сюда, я тебе скажу. Ты большая майнкрафтовская жопа. Ты офигел? Ну а чё? Я никому не скажу, ни тебе, ни подписчикам. Придем домой, все сама узнает. Знаешь, что, раз не хочешь говорить, на, вот тогда забирай топор, я тебе помогать не буду, все. Ну тогда я тебе потом не помогу сделать розовую комнату твоей мечты. Сама сделаю. А где ты сделаешь, если я тогда дом не построю и не сделаю тебе этаж? Все хорошо, я тогда сделаю только себе один этаж, а ты будешь жить в будке с чебураком, если не хочешь мне помогать. Все. Ну как бы корабль-то никто не отменял. Корабль закрыт на ремонт, туда вход воспрещен. Все. Буду от злости тогда свиней дубасить. Вот так, вот так, вот так. И еще. Бесит, не ходит, говорит, прикинь, не хочешь, говорит, какой дом у нас будет. Так, а я не поняла. Там же стояла у нас плавильня. У нас что, плавильню сперли, что ли? А, да, среди белого дня. Просто воры пришли, целое здание сперли. У меня на глазах. Так пошли искать. Я не знаю, надо объявление повесить. Пропала плавильня. А ты мне будешь тоже блоки давать, чтобы я помогала там тебе? Или я буду просто со стороны смотреть? Ну, если ты обещаешь, что ты нигде не накосячишь, тогда буду тебе давать блоки. Обещаю. Все, тогда делай еловые доски. А как? Отдай обратно, я сам все буду строить. Я пошутила, я умею делать доски. Просто надо поставить верстак. Все, получились доски. Доски же надо сделать.
Пердоски! Ты или делаешь, или вообще мне не помогаешь, ядрёна Катя! Сначала мы с тобой, Катя, должны выстроить форму. Здесь вроде должно быть 18 блоков в длину. Спасибо, спасибо, огромное спасибо. Ой, а что это такое? Ну, это я примерно расчертил, как будет выглядеть наш дом. Он будет начинаться где-то вот здесь, но я, наверное, сделаю его на 2 шире. Сюда нужно поставить 18 блоков, смотри. И Катя жопечка, с другой стороны сделай так же, как я буду делать здесь. Смотри, вот так и вот так. Это разрушаем и это разрушаем. Понимаешь? Так, сейчас, погоди, вот так. Дай топор, пожалуйста. Иди скрафти себе наконец-то. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, у меня не получается. Семь, восемь, девять. Так, все. Мотыга получается, а не топор. Просто шикарно, просто шикарно, Кать. Да, вот так. А куда это масло сунуть, чтобы топор получился? Засунь прям куда-то его хорошо, так засунь, чтобы все получилось. Да, раз, вот. Два. Ага, вот так. Мотыга! Ну топор, там топор, два алмаза, значит, засунь, значит, не туда суешь, Катя, в другое место засунь. Так. Третий алмаз нужно засунуть. Два там всего лишь, раз, два, три, четыре, пять, кирка шесть, получилось. Семь, господи, восемь, девять, вот. Так надо было три алмаза, вниз еще один, чё ты меня там пудришь? А, ну значит, да, я ошибся, так. Короче, смотри, я все, я уже сделала топор, ёпрасоте. Да, пока ты там делала топор, я уже успел сделать вот это, да. Ну, примерно вот как-то вот так будет выглядеть наш будущий дом. Да ты читер недоделанный, как ты это все быстро так построил? Я, блин, только за это время топор сделала, а ты уже тут дом построил, все, можно здесь жить, пошли жить. Еще пока нет, так, работа для тебя, Катюха, надо вот весь этот пол засроить еловыми досками. Давай, вперед, вперед. Катюшка, строитель в деле. Подожди, это что такое? Это что такое? Это специально. Сейчас я буду строить самый важный элемент нашего дома, который будет находиться где-то вот здесь. Давай, Катюх, засраивай! А мне не хватит так мало блоков. Подай еще. И, Катюшка, строитель. Наконец-то я не в аду, где я Катюшка-бульдозер. Ты смотри, сколько много у тебя профессий. Катюшка-бульдозер, Катюшка-строитель, Катюшка-нубососина, Катюшка... А вот давай вот без последнего. Хорошо, без Катюшки-нубососины, хорошо. Как вот... Ты всегда так быстро строишь, типа... Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот видишь, получилось. А ну давай еще раз. Оп-о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 п-
Криво, конечно, но да ладно. Так, на, забирай вот этот свой дерн, а то нашла себе лопату на шелковое касание, сейчас сразу землю можешь, да, копать, а не грязь. Опа, березовые досочки делаем, и сейчас, Катюха, смотри, что у нас с тобой получится, а получится прям красотища. Раз, два, с... Опа. Ой, ты куда пополз там? Опа. Че за ерунду какую-то строишь? Опа. Даже на окно не похоже. Так это не окно, в том-то и прикол. И последние штрихи, так, так и вот так. И сейчас у нас с тобой получается... Так, подожди, вот это надо убрать, вот так. Я поняла, это парусник в честь нашего разбитого корабля. Типа, ну, парус от корабля, здесь надо палочку, получится вот, ну, да? Какой парус? Подальше тогда отойди отсюда, посмотри, что у нас получается. Треугольник. Ладно, тогда строим дальше. Сгоняй за, в склад за стеклом. Я пока продолжу строить парусник. Так, два стака я тебе стекла принесла. Да как ты это так все быстро-то делаешь? Ну так нельзя. На тебе вот это стекло и объясняй, как ты так быстро строишь? Ну, это не я быстро строю, это ты просто все медленно делаешь. Кать, Катюшка-строитель, опять для тебя одна задача. Тебе нужно сейчас забраться на крышу и позакрывать вот эти все дыры еловыми досками. Справишься? Еловых досок осталось мало, нужна подмога. Держи подмогу, залезай. А у нас это есть? Тремянка там? Нет, такое? Прям выстраивайся под собой по одному блоку. Ой-ой-ой-ой. Так, так, так. Прям все застраивать? Да, прям все вот эти дыры. А пока ты там будешь застраивать дыры, я сделаю... Ты до сих пор не догадалась, что это такое, Кать? Ну догадалась, я догадалась. Просто для подписчиков интригу держу. Что это? Ну что это? Давай скажи. Это... Кнопочка Ютуба. Ну наконец-то то. Парусник, парусник. Какой парусник? Ты там как, справляешься, не падаешь? Да справляюсь, только медленно очень. Боюсь упасть.
Ну шо, последняя осталась? Ставь. Оп. Опа, молодец. Так, кнопочка сделана, но сейчас, Катя, вот это все нам с тобой нужно будет застроить коричневым стеклом. Ты знаешь, как делается коричневое стекло, точнее коричневый краситель? Я тебя, кстати, учил. Значит так, мы идем, добываем какао-бобы, делаем коричневый краситель, потом ставим стекло вместе с красителем, и получается коричневое стекло. А ты откуда знаешь, я тебе не рассказывал ничего про какао-бобы? Рассказывал. Ну ладно, все, пошли тогда. Ты бежишь за стеклом, притаскивай все стаки, там, кстати, две новые печки стоит на складе, вот там тоже стекло забирай, я пойду за какао-бобами и встречаемся возле кнопки. Давай, быстренько! А что нам так много стекла, что ли, надо? Да, прям нереально много. Если я хорошо помню, да, вот здесь у нас какао-бобы, и вот эти, кстати, тоже можно добыть, они уже давным-давно вот это созрели. Так, новая партия. А ты мне печенюшки-то когда-то будешь делать? Ты обещала, то, что у нас будут какао-бобы, печенюшки будут каждый день, а их, по сути, нет вообще. Ну вот будет новый дом, будет там кухня, будет там печка хорошая. Будет, будет, все будет. Держи, Катюха, тебе 2 стака коричневого стекла и мне 2 стака. Смотри, что нам с тобой нужно сделать. Полностью всю вот эту стену надо сделать из коричневого стекла. Вот здесь. Вот так. Опа, просто вот это все. Все, я дальше сама. Давай все застраивай, я просто наблюдаю. Так, мы сначала сделаем вот так, обозначим границы. Да сюда! Да, да, ну выше, полностью все. А, ну потом разберемся, короче. Так, вот, ой, вот так, вот так, вот так. Короче, не смотри на меня, я стесняюсь. Все, хорошо, не буду, буду с этой стороны тогда все делать, давай. Так, так, это нужно так вот. Так, ты там как, справляешься? Хватает стекла, не хватает? Да, чё-то вроде хватает, не знаю. Ну давай, давай, сейчас посмотрим, как это все выглядит. Только нашу кнопочку надо немножко подприукрасить со всех сторон березовыми досочками. Не зря мы их же добывали. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, сюда, сюда. Вот так, и здесь оставляем один промежуток, понимаешь? Вот здесь ничего не ставим. И потом все это также продолжается. То есть нам с тобой нужно сделать мозаику из березовых досок. Вот так. Все понятно, Катюха? Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Молодец. Вот так. Молодец. Все, давай ты тогда делай мозаику, а я все заполняю березовыми досочками. Получается красотень. Если бы я знала, что дом так просто строить, да я бы уже 100 таких построила. Что? Ну, слушай, выглядит очень даже аппетитненько. Знаешь почему? Ну? Потому что похож на Nesquik Duo. Ну, типа, белые и черные шарики, шоколадные, молочные, там, синие. Ну, кстати, да, кстати, да, похоже, но выглядит реально прикольно, как шахматная доска вот такая. А я не поняла, а у нас тут Игорёк что-то забыл, в смысле? Так чувак, ты стекло не ломай, у тебя что, вечные запасы коричневого стекла, Кать? А чё он тут вообще на наш дом-то? Ёка. Ну и ладно. Ты даже Игоря убить не можешь, что ли? Опа! Да не одно сердечко было! Кать, с него картошка выпала! Нормально, в хозяйстве пригодится. Так, ты сгоняй за фонарями и за вот всем там остальным можешь сделать еловую вот эту дверь, а я пока сделаю нам с тобой вход в наш дом. Он будет находиться где-то вот здесь. И подожди, подожди, полегче, еловая дверь, фонари. Ага, надо молодец. Надо переработать информацию. Да, да, да. Давай, перерабатывай. Опа. А еще захвати еловые люки, если тебе не сложно, хорошо? Подожди, не так быстро. Вот так, да, вот здесь будет у нас вход. Еще здесь мозаику нужно сделать, на полу, Кать. Ой, ну давай потом, я устала. Не, прям сейчас надо. Вот, вот это я понимаю, красотища. Так, выкидывай досочку. Это фонари? Это колокольчики, зачем мне колокольчики-то притащила? А, серьезно? Я сейчас схватила первый попавший. Да ладно, шучу, вот, держите фонари, я тебя обмануть хотела. Шутница-то такая, шутница. Дверьки надо сделать и обязательно двери, тоже еловые. Иди сюда, Катя. Иди сюда, иди сюда. Вот так, ага. Ставь вот сюда люки, вот сюда. Вот, вот, вот. Я
сейчас чисто наугад что-то начала делать, подумала, по-любому не так. Все так. Я угадала. Все так. Слушай, так, кстати, колокольчик же можно оставить, а чё, пригодится в хозяйстве, нет? Люди же будут приходить там, хотя у нас нет друзей. Хотя есть наши дети, вот, будут сюда приходить. И не будут приходить. Ну, будут. Будут приходить и звонить на вот эти в колокольце. Слушай, ну все, я уже устала строить. Ну давай уже все передохнем, перекурчик там, пойдем покушаем. Ну мы столько всего сделали. Хорошо, заходи, давай. Давай, вот так. Нам еще столько осталось сделать вот эту кнопку Ютуба. Я внутри хочу сделать настоящий аквариум. Там будут водоросли, там будут плавать рыбы. Потом нужно сделать еще второй этаж. Здесь будет два этажа. Кать, тебе розово-фиолетовую комнату надо сделать. Все будет розовой. Ты подожди, ты все секреты-то не раскрывай. А, ну если розовую комнату, то в принципе можно продолжить и сейчас. Поэтому давай, что принести, Подожди, стой. Да, кстати, все секреты-то раскрывать сразу не надо. Ну давай тогда в следующей серии. Мы сейчас построили именно вот сам дом, а в следующей серии тогда у нас будет интерьер, розовые комнаты, красные комнаты. Здесь у нас будет телевизор на стенке, здесь у нас будет аквариум, здесь у нас будет с тобой кухня. Да все, тихо. Давай, да сейчас продолжим, сейчас быстренько все сделаем. Я хочу комнату прямо сейчас. Нет, все, пошли. В следующей серии, так, в следующей серии выходи. Вот здесь забыл вот это вот сделать, господи. Вот, все, вот так нормально. Все, давай, пошли. Что это такое? Я тебе предлагаю забраться на конюшню и с конюшни посмотреть, как получается наш домик. Мне кажется, просто очень... Опа, пчела! Очень симпатично. Ты будь там, ты оставайся там. Ага, вот так. А ты, я как бы даже забыл то, что мы с тобой возле Эйфелевой башни будем-то жить. Слушай, ну прям как в Париже. Мечта. Ля Пари де ля Франсе. Ну и зачем? А просто так, не. Эй, вы там! Вы только подписаться-то не забудьте, а то мне в следующей серии розовую комнату буду делать. А то все пропустишь и все, и будешь потом плакать сидеть. Ага.